Доброе утро. 11 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Подписывайтесь на канал, получайте свежие видео. Самое свежее. Я на пляже «Морской бриз», это который возле вокзала находится, железнодорожного. Сегодня просто волшебное море. Но первое прохладное утро. В 6 часов было плюс 17 градусов. Сейчас уже плюс 24. И море 25 градусов. То есть самое вот такое теплое. Легкий сегодня ветерок, но очень теплый. Людей здесь всегда столько было, даже в августе. Потому что тут только через вокзал проходить надо, по-другому никак на этот пляж не попадешь. Поэтому, так сказать, ограниченное число людей. Не все хотят переходить. Всем хорошего дня!